Комплекс защитных сооружений Петербурга готовят к зиме. Сегодня и 23 сентября на дамбе плановые испытания затворов. Их закрывают, если на город идет наводнение. По опыту последних лет стихия угрожает Петербургу именно осенью и в начале зимы. Так, в прошлом году дамба несколько раз спасала северную столицу от подтопления, в том числе и во время мощного шторма Святой Иуда. Сегодня специалисты с 8 утра и до 5 часов вечера проверят надежность затвора на судопропускном сооружении С-2. 23 числа после обеда начнутся испытания на С-1. На это время движение судов по каналам прекратится. Но на расписание паромов и круизных лайнеров эти учения не должны повлиять. Подобные проверки на дамбе проходят регулярно. Последняя была в мае этого года.